أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Это было небольшое вступление. Итак, мы начинаем. Всевышний Аллах говорит, скажи. Это слово имеет два значения. Во-первых, это повеление пророку, мир ему и благословение. И мы говорили об этом ранее. Но помимо этого, оно имеет еще два смысла. Первый — это наставление для посланника. И второй — Аллах как бы говорит людям. Вот что ты будешь рассказывать людям, чему ты будешь обучать их. Когда мы встречаем слово «скажи» в Коране, мы должны знать, что это наставление для самого посланника, мир ему и благословение. И также это то, что он должен проповедовать людям, должен передать другим. Аллах как бы говорит ему, «Знай, что Аллах единый». Это то, что он должен знать. Также пророк, мир ему и благословение, должен распространять это. Таким образом, послание Единобожия здесь связано с призывом. Далее слово «Хуа» — «Он». Большинство толкователей говорят, что слово «Хуа» это «лявзу шан», то есть если бы его не было, то предложение все равно было бы полным. Скажи «Аллах единый». Тогда какую роль играет здесь слово «он»? Местоимение «он» используется в том случае, когда вы говорите о том, что уже известно. Другими словами, если бы я сказал вам, «Знаете, он окончил колледж». Если бы вы не знали, о ком идет речь, какой вопрос возник бы у вас в голове? «Парень, о ком ты говоришь?» Но когда здесь присутствует слово «он», даже нет нужды упоминать, о ком идет речь. Это настолько очевидно, что речь идет об Аллахе, Свят Он и Велик, и Его величие признают во всей Вселенной. И даже не упоминая Его имя, можно сразу сказать, «Да, я знаю, о ком ты говоришь». Это называется «шаан», поскольку объект разговора известен абсолютно всем. Вы можете просто сказать «Хуа», «Он». Получается, это слово описывает здесь величие Аллаха, велик он и возвышен. Также оно здесь, поскольку это ответ на вопрос мекканских многобожников, которые спросили «Кто он, твой Господь? Опиши нам его». И поэтому Всевышний ниспослал ответ «Скажи, он Аллах». И затем идет слово «ахад». В выражении «хуаллаху ахад» есть еще один грамматический сбой. Если мы уберем «хуа», то «аллах» будет подлежащим, а «ахад» — сказуемым. Это очень красивое слово, о котором мы вскоре поговорим. Еще одна особенность заключается в том, что «хуа» — это подлежащее, первая часть предложения, а слово «аллах» — первое сказуемое, а «ахад» — второе сказуемое. Это значит, что в переводе у нас может получиться два предложения. «Скажи, он Аллах» и «Скажи, он единый». Два предложения соединены в одно. Стандартный перевод таков. «Скажи, он Аллах, запятая, единый». Вообще-то, это не самый удачный перевод. Однако пока я буду придерживаться его. Итак, «Он Аллах, единый». Теперь. Первое, что нам надо определить, это разницу между словами «вахид» и «ахад». Слово «вахид» нам знакомо. Оно означает «один». Тогда почему Аллах не сказал «Куль ху Аллаху вахид», а вместо этого сказал «ахад»? Во-первых, давайте разберем с точки зрения отрицательного предложения, чтобы мы смогли лучше понять. В арабском языке определенные слова могут использоваться только в каком-то одном значении, но не в другом. К примеру, если я скажу сейчас, в мечети нет одного человека, то смысл будет таков. В мечети не один, а два, три, четыре человека и так далее. Другими словами, мы говорим, что в мечети не только один человек, а возможно больше людей. А вот если я скажу, это будет означать, что в мечети нет ни одного человека. Когда мы используем слово «вахид», мы подразумеваем, что в мечети не только один, а несколько человек. Но когда мы говорим «ахад», то имеется в виду, что в мечети совершенно никого нет. Слово «ахад» используется только в отрицательных предложениях, когда мы хотим сказать, что где-то совершенно никого нет. В Коране говорится «Вала юшрик би ибадати раббихи». Никто, абсолютно никто из них не совершает многобожие.
Значит, слово «ахад» указывает на абсолютное отрицание. В отличие от него, слово «вахид» используется в утвердительных предложениях. Когда же мы хотим что-то отрицать, особенно в категоричном, абсолютном смысле, мы используем слово «ахад». Это первое. Но дело в том, что в этой суре «ахад» использовано не в отрицательной, а в утвердительной форме. То есть это уже уникально. Такого обычно не происходит в арабской грамматике. Итак, слово «ахад», как правило, используется в отрицательных предложениях. Также «ахад» используется в изафетной конструкции. Например, «ахадукум» — «кто-нибудь из вас». Суры Аль-Худжурат. Кто-нибудь из вас пожелал бы есть мясо своего мертвого брата? Выражение «ахадукум» переводится как «один из вас» или «кто-нибудь из вас» и так далее. Или «ахадахума» — «один из них обоих». Таким образом, слово «ахад» также используется в изафетной конструкции. Само по себе это слово используется только в отрицательных предложениях. Если вы хотите использовать его в утвердительных предложениях, вы должны добавить к нему что-нибудь еще. Единственное место в арабской литературе, когда это слово используется в утвердительном предложении, само по себе, без каких-либо добавлений, это сура Аль-Ихляс. Только в этом случае. Некоторые, слишком упрощая, говорят, слово «ахад» используется только по отношению к Аллаху. Однако это не совсем верно. «Ахад» используется не только в отношении Аллаха, но слово «ахад» в утвердительном предложении без каких-либо добавлений всегда используется только по отношению к Аллаху. Идем далее. Мы уже знаем разницу между «вахид» и «ахад». Но есть некоторые различия между «вахид» и «ахад». Первоначальное слово, от которого произошли оба, это «вахд» или «вахад». Что означает это слово? Я дам вам определение из словаря. «Вахад» — это человек, который существует один сам по себе. «Раджулун вахад, ай ла юрафу насабуху ва ла аслуху». «Вахадом» называют того, о котором неизвестно его племя, его родословное, его происхождение. Это «вахад». Но его используют и по отношению к людям. Поэтому Всевышний Аллах не отнес это слово к себе. Он использовал то слово, которое никогда не используется в утвердительных предложениях по отношению к людям. Кто-то утверждает, что слово «ахад» — это усовершенствованная форма «вахад». Имам Ар-Рагиб Аль-Исфагани в своей знаменитой книге «Муфрадатуль-Кур'ан» пошел еще дальше и сказал, что «ахад» — это отдельный корень от «вахад». Кто-то может сказать, что «ахад» происходит от первоначального корня, но имам Ар-Рагиб говорит, что это не так, и «ахад» — это отдельное слово. Я приведу его определение. Он говорит: أي المنفرد لا نظير له وليس له معه غيره. Нет ничего, с чем можно сравнить «ахад». Это уникальное отдельное слово, которое несравнимо ни с каким другим. Оно несовместимо ни с каким другим словом. К нему не присоединяется еще какое-либо слово. «Ахад» — это один. И нет и не может быть другого, подобного ему. Слово «ахад», использованное Аллахом Великим и Возвышен, вызвало землетрясение в мекканском обществе того времени. У них были боги, в которых они верили. Но они также думали, что есть еще какие-то другие боги. Что касается их веры в Аллаха, то да, они верили в Аллаха, но в то же время они считали, что у него есть ангелы, которые являются его дочерьми. Да упаси нас Аллах от подобных убеждений. Христиане верили, что Аллах взял себе сына, а часть иудеев считала, что Аллах взял Узейра в качестве сына. Что делали индусы? Они считали, что Бог везде. В деревьях, в камнях, в скалах, внутри тела человека и тому подобное. И это похоже на движение американских трансценденталистов конца 19-го, начала 20-го веков, которые также считали, что Бог воплощен во всем, что нас окружает. Если мы скажем что-либо подобное про Аллаха Великого и Возвышен, то тут же начнется сравнение его, уподобление чему-то другому, и принцип «ахад» будет утерян.
Если же мы отделим Аллаха от всех качеств и признаков людей или любых других созданий, тогда мы достигнем понятия «ахад». Это уникальная идея о единстве Аллаха, которую не признают ни христиане, ни иудеи. Они бы признали слова «Ху Аллаху Вахид», но никак не «Ху Аллаху Ахад». Если мы изучим их вероубеждения, то у них не возникает проблем со словом «Вахид», но они не признают «Ахад». Перед тем, как начнется молитва, я бы хотел объяснить вам одно из значений слова «Ахад», поскольку мы должны как можно лучше уяснить этот вопрос. Я не придерживаюсь традиционного подхода в обучении вероубеждения. Но я хочу, чтобы вы легко усвоили основные понятия акиды, чтобы даже если вы не владеете терминологией, вы не попали в какую-либо из категорий ширка. Одна из самых распространенных причин возникновения сомнений и путаницы у людей — это когда слово, употребляемое по отношению к Аллаху, также используется по отношению к людям. К примеру, Аллах называет себя «Аль-Алим» — «Знающий». Употребляется ли это слово по отношению к людям? Человека можно назвать знающим? Конечно. Аллах называет себя «Аль-Хаким» — «Мудрым». Вы слышали, чтобы кого-нибудь из людей называли мудрым? Разумеется, да. К примеру, Аллах называет себя «Ар-Рахим» — «Милостивым». Человека тоже можно назвать милостивым. «Ас-Сами' — «Слышащий». Человек тоже может быть слышащим. «Аль-Басир» — «Видящий». Разумеется, что человека можно назвать видящим. Здесь-то и возникает проблема. Поскольку одно и то же слово используется для описания Аллаха и для описания людей. Но единственное слово, которое может быть отнесено только к Аллаху, это «Ахад». И далее мы увидим, что то же самое можно сказать и про «Ас-Самад». Эти слова могут относиться только к Аллаху. Все имена в этой суре могут относиться только к Аллаху. В других сурах вы найдете множество других атрибутов Аллаха. Однако, возможно, они в той или иной степени могут относиться и к людям. Например, имя Аллаха «Ар-Рауф» — «Сострадательный». Пророк, мир ему и благословение, также назван этим именем в Коране. Итак, как нам провести различие? Как не попасть в ширк, если некоторые слова, относящиеся к Аллаху, также могут относиться и к людям? Я хочу, чтобы вы запомнили три главных различия между ними. Если вы запомните их, вы никогда не попадете в ширк. Первое различие. Давайте возьмем одно слово в качестве примера, и это будет применимо ко всем именам Аллаха. Давайте возьмем имя «Знающий». Мы говорим, что если это имя используется по отношению к Аллаху, то это сила и качество, которым обладает Аллах, не имеет ни начала, ни конца. То есть знание Аллаха не имеет ни начала, ни конца. Теперь сравните это с моим или вашим знанием, или знанием всех творений вместе взятых. Оно имеет начало и конец. Значит, первое различие в том, что имена и атрибуты Аллаха извечны. Они не зависят от времени, не имеют ни начала, ни конца. Что же касается нашего знания, то оно временно. Второе различие — знание Аллаха безгранично. Он знает абсолютно все, и нет ничего, чего бы он не знал. В отличие от нашего с вами знания, что оно обязательно имеет? Границы. Я не знаю, что находится за этой стеной. Я не знаю, сколько мне осталось жить на Земле. Я не знаю, что произойдет через 30 минут. У нас есть определенное знание, но у меня нет знания обо всем, в отличие от Аллаха, знание которого безгранично. Итак, первое различие — это извечность. Знание Аллаха не имеет ни начала, ни конца. Второе различие — знание Аллаха безгранично, в то время как знание любого из творений имеет границы. И вот третье и самое важное различие. Все знания, которые у меня есть, были мне дарованы. Я не владел ими изначально, не был рожден с этими знаниями. Если говорить о знании Аллаха, то оно принадлежит и всегда принадлежало ему. Оно не было даровано ему кем-то. То же самое применимо к любому из атрибутов Аллаха. К примеру, силе и могуществу Аллаха. Аллах — Аль-Кавий, сильный. Но есть люди, которых можно назвать сильными. При этом сила Аллаха не имеет ни начала, ни конца, в отличие от силы человека. Сила Аллаха извечная и безграничная. А сила людей имеет границы. Она ограничена. Также сила Аллаха всегда была с Аллахом. Он не получил ее откуда-то. А сила у людей появилась благодаря кому?
Благодаря Аллаху Свят Он и Велик. Аллах даровал вам силу. Если мы будем помнить об этих трех различиях, мы сможем соблюдать то, что заключено в слове «Ахад». Аллах бесподобен. Его нельзя сравнить ни с кем. Нет ничего подобного Ему. Ему нельзя ничего приписывать или сравнивать что-либо с Ним. Это замечательный урок, заключенный в этом прекрасном слове, которым Аллах описал себя в Коране в словах «Куль ху Аллаху Ахад». Далее Всевышний Аллах употребил слово «Ахад» без артикля «Аль». А в следующем слове «Ас-Самад» артикль «Аль» присутствует. «Аллаху-Самад». Мы не говорим «Аллаху-Самад». Мы говорим «Аллаху-Самад». Но когда мы говорим «Аллаху-Ахад», то артикль отсутствует. Почему в одном случае артикль «Аль» есть, а в другом случае его нет? Это связано как с грамматикой, так и с риторикой языка. Ученые и языковеды говорят, что если слово в неопределенном состоянии, то есть без «Аль», то это придает восклицательный оттенок предложению. То есть «Он Аллах Ахад». Просто задумайтесь, насколько это поразительно. Такой смысл приобретало слово с тануином, обозначающим неопределенное состояние, в древнем арабском языке. Чтобы достичь такого эффекта в английском или каком-нибудь другом языке, я должен буду повысить свой голос или ударить по столу, сломав при этом микрофон. Вот какую мощь вкладывает Аллах в слово «Ахад», поставив его в неопределенном состоянии. Это первое объяснение. Второе объяснение, почему слово «Ахад» стоит без артикля «Аль», заключается в следующем. Обычно слово в неопределенном состоянии в предложении играет роль сказуемого, по-арабски «хабар». «Хабар» используется в том случае, когда кто-то задает вопрос. И мы знаем, что аят «Куль ху Аллаху Ахад» был ответом на вопрос «Кто такой Аллах?». И чтобы полноценно ответить на этот вопрос, необходимо поставить слово «Ахад» в неопределенное состояние, без артикля «Аль». Итак, второе объяснение. Это оповещение, ответ на вопрос «Каков Аллах?». И именно это было камнем преткновения для курайшитов. Именно из-за этого слово «мусульман» подвергали мучениям. Из-за него пытали Беляля, да будет доволен им Аллах. Когда на его грудь ставили огромную глыбу, единственное слово, выходившее из его уст, было какое? «Ахад». Именно это слово было причиной раздора. Если бы мусульмане говорили «мы верим в Аллаха», то не было бы никаких проблем, поскольку многобожники тоже признавали Аллаха, но они отказывались признавать, что Аллах – «Ахад», «Свят Аллах». Какое удивительное слово Аллах привел нам. Есть одна история, которой я хотел бы поделиться с вами. Если мой друг услышит это, он наверняка возненавидит меня. Но я должен сказать. Это мой хороший друг из Арлингтона. Я уже рассказывал о нем, о том, как он произнес шахаду. Ну ладно, расскажу еще раз. Он имеет магистерскую степень по философии. Это был типичный суперобразованный интеллигент. Сам он называл себя занудой, который постоянно подчеркивал свое благородное происхождение. Он и его жена жили в Арлингтоне. У его жены была докторская степень по медицине. Сам он был магистром философии. Одним словом, очень образованный парень. Одной из его специализаций была религиозная философия. Он изучал множество разных религий, в том числе и ислам, разумеется. Сам он и его жена были агностиками. Агностик — это тот, кто не может точно сказать, есть ли Бог или его нет. Он просто живет себе и не обращает внимания на этот вопрос. Итак, мой друг был агностиком. Он женился, и со временем у него родился сын. Но оказалось, что у ребенка, когда он находился в утробе, было многократное обвитие шеи пуповиной. Что обычно происходит в такой ситуации? При рождении ребенок может умереть от удушья, но ребенок выжил. Увидев это своими глазами, мой друг признал, что Бог есть. Еще вчера он был агностиком, а сегодня он говорит, что Бог есть. Что он сделал дальше? Он поднял все свои старые записи, все материалы по мировым религиям, покрывшиеся пылью, и начал вновь все досконально изучать. Он изучал записи по католицизму, протестантизму, различные течения индуизма, буддизм и так далее. И, наконец, он дошел до ислама. Он посмотрел все свои старые записи про ислам и вновь изучил их. Вот что он сам писал. «Принцип единобожия в исламе выглядит просто потрясающе. Это просто удивительно». Вообще-то, это был его комментарий по поводу суры «Аль-Ихляс». Так он пришел в ислам и впоследствии стал директором исламской школы. Хвала Всевышнему Аллаху. Когда вы изучаете мировые религии, вы видите, что очень многие люди верят в Бога. Они верят, что Бог милостив, всемогущ.
И на первый взгляд может показаться, что все мы имеем одну и ту же веру. Но когда мы начинаем изучать понятие единства Аллаха, заключенное в слове «ахад», мы видим, как рушатся все другие религии, как они теряют все свои доводы и оказываются пустыми. Все, кроме ислама. Только в этой религии заложен истинный принцип единобожия. Нет истинного Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха. Это уникальная религия, даже когда речь идет просто о вере в Бога. Ваш коллега может сказать вам: «Я тоже верю в Бога». Да, он может верить в какого-то Бога, но он не верит в Аллаха Единого. Пока не верит. Мы даже еще не исследовали значение «ахад» с теологической и психологической точки зрения. Мы сделаем это, иншаллах, после молитвы. Но я хотел бы просто затронуть один вопрос, который связан с нашей темой, чтобы у вас было над чем поразмыслить, когда мы совершим молитву. Надеюсь, имам удостоит нас прочтением суры Аль-Ихляс. Итак, «ахад» — один, единый. Один из величайших пакистанских специалистов по исламской теологии, доктор Рафиуддин, давая комментарий к этой суре, сказал просто удивительные слова. Я на самом деле восхищаюсь его словами, и их обязательно должно услышать современное поколение. И так он говорит, что Аллах создал людей, заложив в них знание о Нем. С самого рождения люди уже знали, что есть Аллах, велик он и возвышен. И они знают не только то, что есть Бог, который создал их, и теперь они могут делать все, что пожелают. Нет, они также знают, что это их Господь, их Владыка, и их целью в жизни является служение Ему. И величайшее достижение человека — быть рабом Аллаха. Это огромная честь для него. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, считал, что величайший почет для него — это быть рабом Аллаха, Господа миров. Быть рабом Аллаха — это великий почет и самая важная цель в жизни. И Всевышний внушил эту цель каждому человеку. Но если вы упустите эту цель из виду, то вот что случится. В каждом человеке есть жажда, есть стремление достичь эту цель. Аллах создал нас такими. И если наш голод не будет утолен здоровой едой, то что мы сделаем? Если мы не достанем полезную еду, разве мы скажем: «Ну что же, я не буду ничего есть»? Нет. Когда человек голодает и нет еды, которую он предпочитает, или нет здоровой, правильной еды, он будет есть даже отходы, даже кору деревьев. Он будет так делать, если дойдет до этого. Когда мы упускаем из виду нашу главную цель, Аллаха, велик он и возвышен, и он уже перестает быть нашей целью, то мы обязательно найдем ему замену. Непременно найдется что-либо, что вдохновит вас и заменит главную цель. Что происходит с теми, кто находит Аллаха? Они говорят: «Инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи раббил аламин». Поистине, моя молитва, мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть ради Аллаха, Господа миров. Все очень просто для него. У того, кто по-настоящему обрел веру и нашел Аллаха, все, что он делает в жизни, даже его смерть, будет только ради Аллаха. То, как он ест, как спит, как он будет растить своих детей, какое образование они получат, будут работать, все это теперь ради Аллаха. Но тот, у кого нет такой цели, должен будет найти другую цель. В древние времена это могли быть идолы, другие религии, другие боги. А в наше время картина намного более удручающая. Теперь появились люди, которые помешаны на своем теле. Они занимаются в тренажерном зале по 8-10 часов в день. И это их единственная цель в жизни — сделать свое тело идеальным, растить свои мышцы все больше и больше, всегда быть на высоте, быть в форме. Цель их жизни — это доказать своему тренеру, что он может сделать еще больше подходов, поднять еще больше, сделать еще больше отжиманий и так далее. Это их цель, и это становится их божеством. Есть и другие люди, весь смысл жизни которых — это заработать как можно больше денег. Вы встречали таких людей, которые не могут разговаривать ни о чем, кроме своей работы? Он только и говорит о том, в какой престижной фирме он работает, какая у него зарплата, какие бонусы. Если такой человек потеряет работу, он может совершить самоубийство, поскольку работа — главный смысл его жизни. Для кого-то главной целью в жизни являются их дети. Они живут ради своих детей, делают все ради них. День и ночь они думают только о том, во что они будут одеваться, куда их устроить, как женить и так далее. Когда вы не находите Аллаха, вы найдете что-то другое. Вы найдете другую цель и будете гнаться за ней. Посвятите свою жизнь этому. И это касается всех людей, без исключения. Это касается даже бездельников и лентяев, которые целыми днями играют в видеоигры на диване, едят и спят. Их главной целью в жизни является развлечение. И великим счастьем для них будет пройти очередной уровень в игре.
Ради этого они будут трудиться каждый день. Вот что происходит с людьми, которые не поняли, в чем смысл таухида. Да, легко сказать «Аллах единственный», но является ли Он единственным в моей жизни? Является ли Он той единственной целью, ради которой я буду жить? Или у меня есть другая цель, за которой я буду гнаться? Аллах задает этот риторический вопрос в Коране. Он говорит: «О человек, что ввело тебя в заблуждение относительно твоего великодушного Господа? Что было настолько важным для тебя, и зачем ты так отчаянно гнался, что это заставило тебя забыть твою главную цель?» И поэтому, если мы правильно поймем смысл слов «Куль ху Аллаху Ахад», это полностью поменяет наше отношение к Аллаху, наш взгляд на жизнь. И тогда самой главной целью для нас будет достичь довольства Аллаха и заслужить Его прощение. Чтобы в судный день Всевышний Аллах обратился к нам и сделал нас из числа преуспевших. И да не сделает нас Аллах из числа тех, от которых Он отвернется, и с кем Он не будет разговаривать в день суда. Это всего лишь некоторые из смыслов, которые несет в себе только одно слово — «Ахад». Вот каков Аллах, вот на что Он способен. Мы должны совершить молитву, поэтому я завершу эту тему, рассказав вам одну поэму про таухид. Я не буду рассказывать ее на урду, поскольку у меня ужасное произношение, но передам вам ее смысл. Автор говорит: то, что раньше горело ярким пламенем в сердцах людей, то, что раньше горело ярким пламенем в сердцах людей, сегодня является предметом абстрактных философских разговоров. Что для нас сегодня таухид? Предмет споров, обсуждений, предмет абстрактных теологических диспутов, которым не видно конца. Но раньше таухид был тем, что проникало в самые глубины сердца. Отдал ли я должное слову «Ахад»? Смог ли я соблюсти права этого величайшего слова? Да сделает нас Аллах из числа людей таухида. И пусть Аллах осветит наши сердца таухидом так же, как Он осветил таухидом сердца Ибрахима, мир ему, посланника Аллаха, мир ему и благословения, и его сподвижников. Да будет доволен ими Аллах. Далее мы переходим ко второму аяту суры Аль-Ихляс, Аллаху Ас-Самад. Сначала мы прочтем простое определение слова «Ас-Самад». «Ас-Самад» — это самодостаточный. Тот, к кому возвращаются творения, когда бы у них ни появилась нужда, он тот, кто достаточен для них. И он тот, кто удовлетворяет их потребности, отвечает на просьбы всех, кто обращается к нему в моменты нужды. Вот значение слова «Ас-Самад» в арабском языке. В лингвистическом значении глагол «самада» означает «обратить внимание на кого-либо» и «обратиться к нему при нужде». Слово «масмуд» означает «того, к кому люди обращаются в моменты нужды». Это было первое значение глагола «самада». Второе значение глагола «самада» — это делать кого-либо своей целью, к которой вы стремитесь, и довольством, которое вы ищете. Другими словами, когда вы определяете кого-либо своей целью, это становится для вас «самадом». Таким образом, Аллах говорит: «Он тот, к кому люди обращаются во время нужды, и Он также является высочайшей целью, к которой должен стремиться человек». Аллах, стремление к Его довольству. Вот наша главная цель в жизни. И это одна из причин, почему эта сура названа Аль-Ихляс, поскольку искренность, ихляс, это когда мы совершаем какие-либо дела ради Аллаха. Значит, это входит в понятие Ас-Самад. Также одно из значений Ас-Самад — это самодостаточный. Тот, кто ни в ком не нуждается, никто не может одолеть его. Нет никого выше него по положению. И никто не может принудить его к чему-либо. В арабской литературе это слово также относится к человеку, которого невозможно одолеть, то есть он непобедим в битвах, или его невозможно провести в каких-либо торговых делах, или превзойти в красноречии. Такого человека также называют «ас-самад». Итак, это было лингвистическое значение слова «ас-самад».
В дополнение, некоторые толкователи говорят, что Ас-Самад — это обладатель великой силы, вечный. Тот, к кому обращаются в моменты нужды. Слово «ас-самад» также используется как прилагательное и имеет значение чего-то твердого, плотного, без каких-либо полостей внутри. И это что-то полностью однородное и монолитное, подобное чистому слитку золота или однородному куску скалы, внутрь которого не может проникнуть ни вода, ни что-либо иное. Итак, ас-самадом называют нечто плотное, цельное, без каких-либо брешей. И на это стоит обратить внимание. Мы называем Аллаха Велик и Возвышен разными именами, и мы знаем, что имя — это внешняя оболочка. Но Аллах Свят и Велик проявляет свою сущность в каждом имени, которым мы называем Его. Он совершенным образом оправдывает каждое свое имя. К примеру, мы назовем человека благородный, но это всего лишь его имя. И мы не знаем, является ли он на самом деле благородным. Или вы назовете кого-то могущественным, но внутри он может быть слабым человеком. Но когда мы называем Аллаха каким-нибудь именем, то поскольку он является Ас-Самадом, он совершенным образом оправдывает любое свое имя. Поэтому я привел вам три различия между качествами Аллаха и качествами творений. Это входит в понятие Ас-Самад. С грамматической точки зрения, аят «Аллаху Ас-Самад» играет очень интересную роль в этой суре. Одно из грамматических объяснений этого аята заключается в том, что это «аль-бадль», то есть замена первоначального подлежащего «Аллах» в предложении, то есть «куль хуа Аллаху ахад», «куль хуа Аллаху самаду ахад». Он заменяет первоначальное подлежащее в предложении. Другими словами, Аллах самодостаточный, единый, и нет и не может быть второго подобного ему. Таким образом, это толкование одного аята другим аятом. Итак, это было первое толкование. Второе толкование слова «ас-самад» также включает в себя слово «Аллах», поскольку Аллах называет себя такими именами и описывает себя такими качествами, которыми арабы не называли Аллаха. Да, они тоже говорили, что Аллах — это Создатель, Аллах милосердный, но они не говорили, что Аллах единый, ахад или ас-самад, самодостаточный. Поэтому Аллах говорит «Аллах ахад», «Аллах ас-самад». Наличие артикля «аль» указывает на то, что Аллах является абсолютно и безусловно самодостаточным. И самое распространенное значение слова «ас-самад», которое дают толкователи, это тот, в ком нуждается каждый. При этом сам он ни в ком не нуждается. Это Ас-Самад. Есть интересный комментарий Аль-Биқаи, да смилуется над ним Аллах, который он приводит в своем тафсире «Назму дурар фитанасубиль аят вассувар». Он говорит, в предыдущей суре «Аль-Масад» говорится о человеке, который думает, что он ни в ком не нуждается, что наоборот, все нуждаются в нем, поскольку он Абу-Ляха, обладатель богатства. Однако Всевышний Аллах уже в следующей суре «Аль-Ихляс» говорит нам, кто на самом деле самодостаточный, ас-самад, который ни в ком и ни в чем не нуждается? Абу-Ляха был настолько эгоцентричным и самоуверенным человеком, что его божеством был он сам. Он поклонялся самому себе и не причислял себя к какой-либо религии. И давайте вспомним, что он сказал, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение, призывал его к религии Аллаха. В первом случае он обругал посланника Аллаха, сказав, «Да пропади ты пропадом! Ради этого ты собрал нас?» Но уже в следующий раз он обругал саму религию. В чем было его недовольство? Он сказал, «Да пропадет эта религия». Неужели эти нищие станут ровнее мне? И вы хотите, чтобы я принял эту религию? Абу-Ляхов считал, что ему нет равных. А теперь Аллах говорит нам, что ему, Всевышнему Аллаху, нет равных. И Аллах единственный, кому нет равных. Это абсолютно самодостаточный Господь. Теперь мы приходим к логическому заключению. Он не родил и не был рожден. Есть несколько важных моментов в этом аяте, и мы остановимся на каждом из них. Первое, на что следует обратить внимание, в чем связь между предыдущим аятом и этим аятом, где Аллах говорил, что Он не родил, то есть не стал для кого-либо отцом, и что Он сам не был рожден. Здесь нужно обратить внимание на то, что в аяте указано прошедшее время. Ведь Аллах не сказал «Он не рождает и не является рожденным». Вместо этого Аллах использовал частицу «лям», которая ставит глагол в прошедшее время. Он не родил и не был рожден.
Итак, первое, над чем мы должны подумать, это почему использовано прошедшее время? Почему Аллах не сказал «Он не рождает» и не является рожденным? Ведь последнее утверждение выглядит более логичным. Да, утверждение, что Аллах не был рожден, имеет смысл, поскольку рождение происходит в прошлом. Но почему бы не защитить людей от ширка в будущем и не сказать «Аллах не рождает»? Дело в том, что если бы было сказано «Он не рождает», то это не исключало бы мысли, что Он не породил в прошлом. То есть возникла бы угроза попадания людей в ширк. Это первое. Второй момент в том, что уже было сказано «Аллах единый», «Аллах самодостаточный». Это уже значит, что никто не может быть подобен Аллаху. Что значит иметь ребенка? Человек порождает человека. Кошка порождает кошку. Собака порождает собаку. Животное порождает себе животное. Мы уже установили, что Аллах един, и не может быть второго подобного Ему. И приписывание Аллаху Сына, да упасет Аллах, как это делают христиане или некоторые иудеи, или то, что Аллах имел дочерей, как говорили некоторые многобожники, все эти заявления были сделаны не в настоящем, не в будущем времени. Они были сделаны в прошлом. О том, что Иса, мир ему, был сыном Бога, или ангелы дочерьми Бога, все эти заявления относятся к прошлому. Одно из преимуществ использования прошедшего времени в том, что Аллах указывает на заблуждения, которые уже возникли в некоторых религиях. Абу-Бакр аль-Бакиляни, комментируя этот аят, сказал, «В этом заключено чудо Корана, способности предсказывать события. В будущем уже не будет другой религии, утверждающий, что Бог имеет сына. Какая религия сейчас утверждает это? Христианство. Теперь давайте вспомним другие религии, которые заявляют, что Бог рождает. Хотя бы одну или две. Все они относятся к доисламскому периоду. Поэтому в этом аяте Аллах, Святун и Велик, обращает внимание на проблему, которая уже возникла, на убеждение, которое уже существовало среди людей о том, что Бог имел сына. Также и в других аятах Корана заявление, что Аллах породил сына, приводится в прошедшем времени. К примеру, они приписали Аллаху детей. Или они сказали, Аллах взял себе сына. С другой стороны, Аллах, Святун и Велик, говорит, как у него может быть сын, если у него не было супруги? Одно из слов, обозначающих супругу, это «сахиба», а другое — «куфув», которое приводится в этой суре. «Валям якулляху куфуван ахад». Далее. Еще я хотел бы обратить ваше внимание на то, что часто упускается при толковании аята «он не родил и не был рожден». Для мусульманина совершенно ясно, что качества и атрибуты творений несравнимы с атрибутами Аллаха Велик Он и Возвышен. Порождение ребенка или само появление на свет означает, что имеется начало и конец. Если человек рождается, то он также умирает. Если вас родили, то значит до этого момента вы не существовали. Это полностью противоречит божественной сущности. Поэтому мы не приписываем подобные качества Аллаху. Это очень просто. Но в подобном виде ширка, то есть в приписывании Аллаху ребенка, кроется психологическая болезнь, или, если хотите, болезнь сердца. Что это за болезнь? Это не болезнь разума, а болезнь сердца, которая выражается в заявлении, что Аллах имеет сына. Как это понять? Я приведу вам пример из жизни. Представьте, что вы получили работу, где ваш босс очень прямой и честный человек. Но заместителем босса является ваш кузен. И он любит вас. Итак, босс прямой и строгий, а его заместитель свой человек, кузен, с которым у вас хорошие отношения. И вот когда вы халтурите на работе, на кого вы надеетесь? Даже если у вас будут реальные проблемы, кто придет к вам на помощь? Ваш кузен. Он придет и скажет, слушайте, оставьте этого парня, я ручаюсь за него, он исправится. То есть даже если у вас строгий босс, то его заместитель по совместительству ваш кузен. Все уладит. Вам не стоит беспокоиться. Но на самом деле речь идет не о заместителе босса. Речь о том, почему люди совершают ширк. Об одной из основных психологических причин, почему люди совершают ширк. Люди верят, что Аллах поступит с ними по справедливости. Они говорят себе, «Он создал меня, даровал мне блага, и я буду отвечать за все, что Он дал мне». Но если у Бога есть сын или кто-то, кого Он любит, и я постараюсь добиться их расположения, то мне уже не нужно будет добиваться довольства Бога. Я просто буду искать довольство приближенных Бога. И когда наступит день суда, они заступятся за меня перед Богом. Все нормально. Он хороший парень, я ручаюсь за него.
Это и есть психология ширка. Итак, в предыдущем аяте мы говорили, что Ас-Самад — это единственный, к которому все обращаются в моменты нужды. Аллах говорит нам, что если Он единственный, к кому людям следует обращаться, то нет никакой нужды приписывать Ему сына или дочь. Нет нужды ставить кого-то посередине. Почему многобожники ставили идолов между собой и Богом? Потому что они надеялись, что идолы защитят их перед Аллахом. И, кстати, есть и мусульмане, которые совершают ширк, которые идут на могилы и поклоняются им, взывают к мертвым. Почему они это делают? Потому что у них харамный бизнес. Они понимают, что занимаются нехорошими вещами, и они не могут напрямую обратиться к Аллаху, поэтому они берут себе посредников. Они могут отдать 50% прибыли своего алкогольного магазина ради какой-нибудь могилы или мавзолея праведника, надеясь, что он заступится за него перед Аллахом. Такова психология ширка. Но поскольку Аллах называет себя Ас-Самадом, тем единственным, к кому следует обращаться, то никто не может обращаться к кому-либо помимо Аллаха. Итак, мы поняли, что этот аят «не родил и не был рожден» является логическим продолжением двух предыдущих аятов. И он избавляет людей от необходимости приписывать Аллаху великую и возвышен подобные вещи. Теперь мы переходим к последнему аяту. И нет никого подобного ему. Итак, он не порождает кого-либо. И сам он не был рожден. Слово «куфу» в арабском языке означает «супругу». Но чаще всего, и что очень интересно, оно обозначает врага, равного вам по силе. Два воина, готовых сразиться на поле боя. Если они равны по силе, то они являются «куфу» друг для друга. И также слово «куфу» переводится как «супруга». И я не знаю, совпадение это или нет. Может, это говорит о том, как проходила супружеская жизнь у арабов в те времена? Тем не менее, чаще всего слово «куфу» означает того, кто подобен вам по силе, имеет такие же навыки, как и вы, такой же статус или ранг, как и вы. Такого человека называют «куфу». И поэтому мы женимся на женщинах, которые подходят нам, имеют такой же уровень интеллекта, что и мы, из того же социального круга, что и мы, и так далее, и тому подобное. В этом аяте Аллах говорит, что нет никого равного Ему. Нет Ему соперника, кого можно было бы сравнить с Аллахом, кто был бы равен по силе Аллаху Великому и Возвышен. Все, что мы изучили до сих пор, является, по сути, толкованием одного слова — слова «Ахад». Когда мы узнали значение слова «Ахад», все, что идет дальше, является следствием этого слова. «Аллаху Самад» — это следствие. «Лям ялид валям юляд» — следствие. «Валям якул лаху куфуан ахад» — также следствие. Но есть еще один момент. Знаете, арабская грамматика — вещь очень хитроумная, зато польза от нее просто неоценимая. Выражение «валям якул лаху куфуан ахад» имеет не совсем обычную грамматическую последовательность. Более правильная последовательность слов выглядит так. «Валям якун ахадун куфуан лаху». Вместе с этим Всевышний Аллах решил переставить местами некоторые слова. «Ахад» в конце. «Лаху» в начале. И «куфуан» посередине. Согласно стандартной последовательности, Аллах должен быть упомянут в конце. Тот, кто противостоит ему, должен быть упомянут в начале. Теперь скажите мне, какое самое важное слово в этом предложении? «Ляху» относится к Аллаху, «куфу» — равный, соперник, «ахад» — кто-либо. Итак, какое из них самое ценное слово? «Ляху». Согласно арабской грамматике, самое важное слово должно идти первым. Аллах сначала упоминает себя, а затем все остальное. Также одним из значений слова «ахад» является первый. Не только первый, и нет у него второго, но и первый, в смысле просто первый по счету. Поэтому даже в предложении Аллах упоминает себя первым. Это одна польза. Другая польза — это обособление. Это Он, который не имеет равного. То есть все, что помимо Него, обязательно будет иметь равного. Кто-то генерал, обязательно найдется такой же генерал. Кто-то король, есть подобный ему король. Есть ложное божество, обязательно найдется еще одно ложное божество. На каждого богача найдется такой же богач. На каждую планету найдется равная ей планета. Все, что существует, имеет куфу, равного. И только он, Аллах, не имеет себе равного.
На это указывает слово «ляху», поставленное в начале аята. В конце я хотел бы прочитать вам о некоторых преимуществах этой суры. Я нашел очень полезными комментарии «Ар-Рази», и я поделюсь с вами частью из них. Он говорит... Первая часть этой суры указывает на то, что Аллах единый и уникальный. Вторая часть, Аллаху Самад, помогает нам понять, насколько Аллах милостив и благосклонен к нам, так как все люди обращаются к Нему во время нужды, и Он исполняет их нужды. Третья часть. Он не родил и не был рожден, указывает на то, что он совершенно, ни в ком не нуждается, не приличествуют ему никакие видоизменения, не подобает ему какой-либо недостаток или слабость, поскольку наличие детей — это признак слабости и нужды. Почему? Потому что человек рано или поздно умрет. И каким образом продолжается его род? Благодаря его детям, благодаря потомству. Если человек не беспокоится о своем потомстве, то ему как минимум все равно, что станет с его фамилией и с его семьей. Если он не беспокоится об этом сейчас, то в 40 или 50 лет он скажет: «Да, жаль, что у меня нет детей. Мне нечего оставить после себя». Это то, чему арабы всегда придавали огромную важность. Поэтому одним из самых обидных слов, которым обзывали пророка, мир ему и благословение, было слово «абдар» — «бездетный», не имеющий сыновей. Это является оскорблением для человека. А комплиментом для человека является наличие множества детей. Обладатель богатства и множества сыновей — это был очень влиятельный человек в обществе. Это говорило о его высоком положении среди арабов. Итак, оскорблением для посланника, мир ему и благословение, было сказать, что у него нет сыновей. Но для Аллаха оскорблением, наоборот, является заявление, что у него есть сыновья. Все наоборот. Поскольку почет у Аллаха не сравним с почетом у его творений. Это две совершенно разные категории. И Всевышний Аллах дает нам понять это в суре Аль-Ихляс. В завершении скажу следующее. Возможно, эта сура является самой важной для изучения ее нашими детьми. И я говорю не только о заучивании ее наизусть, поскольку все дети знают ее, но намного важнее, чтобы они усвоили и понимали ее смысл. Что на самом деле означает эта сура? Какую практическую роль в моей жизни играет знание о том, что Аллах один, что Он самодостаточный, что Он не имеет ни начала, ни конца? И мы говорили с вами о психологии ширка, которая разбивается посредством аята «Он не родил и не был рожден». И, наконец, узнав, что нет никого равного и подобного Ему, вы понимаете, что в моменты нужды, в моменты трудности, когда вы будете читать аят, вы будете помнить, что какие бы проблемы вас ни окружали, Аллах может решить их. Нет такой проблемы, которую Аллах не смог бы решить. Эта сура учит нас полностью полагаться на Аллаха. Поэтому сподвижники так сильно любили ее. И поэтому она защищает нас от очень многих бед. Я уже говорил вам, что одно из названий этой суры — «Ан-Наджат» — «Спасение». Эта сура спасает нас от депрессий, от грусти. Поскольку теперь, узнав эту суру, к кому вы обратитесь со своими проблемами? К Аллаху, Велик Он и Возвышен. Вы можете обратиться за помощью в полицию, не получить ответа. Вы можете обратиться к своему врачу и не получить результата. Но когда бы вы ни обратились к Аллаху, к суре Аль-Ихляс, она всегда поможет вам, избавит вас от проблем. Она спасает вас от огня, как спасла от огня миллионы и миллионы людей, которые совершали самые ужасные акты многобожия. Эта сура защищает даже самых малообразованных мусульман. Если они изучат хотя бы эту суру, они будут защищены от адского огня. Они защитят себя от самого страшного греха — многобожия. Да убережет Аллах нас и наши семьи от многобожия. И да поможет нам Аллах усвоить прекрасные и удивительные уроки, которые дает нам эта сура. И да сделает нас Аллах из числа тех, кто стремится понимать Коран, размышляет над его аятами, много поминает Аллаха посредством Корана и поступает согласно книге Аллаха и сунне нашего любимого посланника, мир ему и благословение.